Всем привет! И мы продолжаем рассказывать про сойку. Вернее, про звуки, которые она издает. У нас есть видео, где сойка мяукает. А сейчас нам удалось снять, как сойка булькает и бормочет возле кормушки. А за ней в это время наблюдали кошка и котенок. Как вы уже догадались, сойка – частый гость на нашей кормушке. Бывает, прилетают парами. Сначала выжидают на еле, наблюдают за всеми, потом начинают говорить. Копировать звуки. И по собачьи, и какое-то бормотание, кудахтанье. В общем, под окном у нас театр, где каждый день разворачиваются представления. И артистка – сойка, настоящая прима, а благодарные зрители глаз с нее не сводят. Всем хорошего настроения и пока-пока!